Хотел сходить на волейбол. Уже давно не был. На наш Локомотив, Калининградский женский волейбольный клуб. Зашел на сайт, чтобы купить билет. И вот что я вижу. Во-первых, у нас билеты дороже, чем в Москве даже. Динамо Москва продает билеты в Москве. Москве за 200 рублей. У нас 300 рублей — это самые такие места, самые фуфельные. 400 — это вот сектор А и 6. А3 и А6. Ну, такие по центру, которые. Они 400, то есть в два раза дороже. В Калининграде дороже стоят билеты. Ну, чемпионы, потому что, хотя в прошлом году они не были чемпионами, а цены были такие же высокие. Ладно, не об этом. Дальше смотрю. Билеты, да, вот написано. Так, 11 мест по 400, но это на хорошие места. И 51 на 300. Щелка. Хочу посмотреть места, да, хорошенькие. Их нету, почему-то вообще нету, странно. Так, да, главное дело, что выберите цену, чтобы увидеть. Так, недоступно, все недоступно. Сектор А6, центральный. Назад к секторам. Давай посмотрим на А3. Это те, которые по 400. Так, на А3 тоже нету билетов. Блин, я вообще странный, короче. У меня такое ощущение, что у них сайт глючит. По продаже вот эту, как она, вот этот виджет, или как он называется, application. Все, короче, сектора, все сектора недоступны. Сейчас время 14, так, не 14, по московскому, пол третьего. Пол второго по нашинскому, по калининградскому. Игра будет в 18:00. Игра будет в 18:00 сегодня. Но, как видим, с билетами какая-то засада непонятная. Никогда не поверю, что их раскупили. Ну, а вот здесь же написано, что они есть. Вот они, 400. За 400 рублей осталось 9 мест. Либо они их вообще в онлайне перестали продавать. Только в офлайне, в кассе. Здесь, конечно, странно как-то отношение к болельщикам. Сегодня играют они с Динамо Митаром, Локомотив. Ну ладно, посмотрю, наверное, по ТВ Старт должно быть в трансляции идти. Если будет, конечно. Ну ладно, посмотрим. Ну, сходить, конечно, не получится, раз они не продают билеты. Купить, вернее, не получается. Вот такой вот аривидерчи.